Всем привет! Это Лида на канале Земля Кубанская. Поздравляю всех с началом посевного сезона. Многие уже посеяли что-то на рассаду, кто-то будет сеять. Я сегодня начинаю свой посевной сезон. Сегодня 13 февраля. У нас тепло. Я думаю, больших морозов уже не будет. Поэтому хочу опробовать один интересный способ посева многолетников на улицу. Но не в грунт, не в тепличку, как я это обычно делала, а вот такие вот контейнеры. Увидела этот прием у нескольких блогеров сразу, поэтому уточнять не буду, у кого конкретно. Наверняка многие это уже видели. Единственное, что я усовершенствовала, это то, что донышко вот у стаканчиков я выстилаю салфеточкой бумажной, для того, чтобы земля не уходила при поливе. Я это делаю у всех стаканчиков, не только в данном случае. Это всегда срабатывает. А потом оно просто спреет и все. Значит, в чем состоит сам прием такой посадки? Накладываете земли, ну, любого грунта, который вы используете обычно под рассаду. Набиваете, сеете семена, спрыскиваете водичкой. И сверху, если это крупные семена, еще немножечко подсыпаете грунта. Если это мелкие семена, так и оставляете. Потом все это затягиваете пленочкой. Ну, вот такой вот пищевой пленкой. И, подержав сутки дома, чтобы оно напиталось влагой, отправляете на улицу. Предварительно необходимо написать, ну, кто-то маркерами, я вот пишу карандашом на малярном скотче. Написать название растений, которые вы высеяли. Вот эти вот центральные горшочки, они не поддаются маркировке, потому что негде приклеить. Поэтому я дублирую еще дополнительно схемой в тетрадке. Ну, на случай, если вдруг где-то какая-то надпись сотрется, там не видно будет. Необходимо также вот эту пленочку предварительно попротыкать в нескольких местах. Просто попротыкать, не прорезать дырочки, а вот как, ну, проткнуть кончиком ножа или ножниц небольшие такие вот прорезы, для того, чтобы оно не задохнулось. Хранить это все до весны надо будет на улице. Но я буду под навесом. Надо выбрать место, которое не попадают прямые солнечные лучи. А когда наступит тепло и начнут сходить семена, пленочку снимают. И дальше растят, как обычную рассаду, там же на улице. Плюс в том, что они занимают место на окнах. Кроме этого, еще проходит естественную стратификацию, потому что все равно морозы еще будут до марта месяца, еще и в марте небольшие морозцы будут. Ну и, в общем, те, кто уже сажал, обещают, что будет все очень хорошо, отличная всхожесть в естественных условиях. Значит, какие семена можно сажать? Это вот как раз те, которые требуют стратификации, это вот аквилегия. Те, которые можно сеять под зиму, то василисники, вероники, фиалки. Ну, в общем, в принципе, очень-очень много многолетников можно так сеять. И можно даже, наверное, некоторые однолетники также делать. Ну, я посеяла алисум, посмотрю, как он зайдет. Насколько это интересно получится. Ну, в общем, на этом и все. Как по мне, так это очень-очень удачная придумка, потому что у меня окна заняты. Вот в данный момент у меня вот окно занято солнечное черенками. Я их черенкую зимой, растения. Спиреи, кизильник, ну и прочее. В общем, фактически все растения, все кустарники декоративные можно черенковать и зимой. По крайней мере, у нас на Кубани. После Нового года они уже все прекрасно тронутся в рост. И вот потом будут овощи.
Так что, что получится, посмотрю, потом сниму, расскажу, поделюсь опытом. Если кто-то уже так выращивал, поделитесь опытом, какими-то своими замечаниями по этому способу выращивания. Мне будет очень интересно. Всем пока, ваша Лида.